Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 11 войти в Fastboot Mode. Выключаем наш телефон. Когда он выключился, зажимаем и держим клавиши громкости вниз и клавиши питания. И попадаем в Fastboot Mode. На этом, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!